Другим вестям. В Ульяновске задержали жителя, который причастен к ресурсному обеспечению терроризма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он поддерживал контакты с эмиссарами международной террористической организации, которая находится в Сирийской Арабской Республике. По указанию одного из них, он создал учетную запись в интернет-мессенджере и передал доступ указанному лицу. Впоследствии данная учетная запись использовалась эмиссарами террористической организации для сбора денежных средств, приобретения огнестрельного оружия, закупки средств передвижения, а также для вовлечения новых лиц в боевые подразделения. Возбуждено уголовное дело. За содействие терроризму преступнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.